Друзья, вас приветствую на канале о сложном просто. Меня зовут Сергей. Я хочу сегодня поговорить про REST, про API, про Response. В общем и в целом я хочу показать, как это делаю я, какие библиотеки я использую и почему я их использую. И прям на конкретном примере хочется, вот, чтобы было понятно, хочу донести до вас, почему нельзя путать API и REST. Ну, давайте переключаться в Visual Studio, и я просто покажу, вам станет понятно. Так, друзья, я хочу максимально просто рассказать и буду очень сильно стараться. Я хочу показать, почему нужно использовать тот или иной способ и к чему это может привести. Итак, я выбираю, наверное, .NET Core Web API приложение. Дальше. Я буду использовать контроллеры, мне кажется, это нагляднее. И сейчас мы приложение создадим. Это я закрою. Я покажу, что у нас есть контроллер. Давайте я добавлю мощности для глаз. Вот, смотрите, у меня есть метод get, который является частью моего контроллера, который выдает iNumberableWeatherForecast, так называемый прогноз, и в случайном порядке его генерирует. Что здесь не так? Мне здесь все не так. Но прежде чем начать, давайте запустим и посмотрим. Я против того, чтобы это использовалось именно в таком виде. То есть я вот сейчас щелкаю, собственно, чудно все и замечательно. И что бы хотелось сказать. Здесь на данный вариант всегда генерируются какие-то данные и не приходит какой-то другой информации, и в этом проблема. Потому что если, допустим, в жизни все намного сложнее, в жизни разработчика, да, и какой-то один метод очень редко, когда возвращает одни и те же типы данных или там один и тот же формат. Поэтому бывают разные сборки, например, one-off, которые позволяют на одном методе выдавать разные форматы, но при этом REST как бы вот сейчас немножко не совсем валидно работает, потому что вместо того, чтобы здесь вернуть OK, например, давайте для примера покажу. Итак, мы увидели, что здесь сейчас, я его остановил, мы увидели, что здесь, давайте я запущу и покажу, чтобы прокомментировать. Мы увидели, что здесь сейчас запускается приложение, и мы видим здесь массив данных. Это наглядно. А теперь я сделаю то, что обычно делает REST. Я верну здесь, iActionResult. И вместо вот этого давайте я это сделаю вот таким вот способом, чтобы было понятно. Я хочу вернуть par items вот так вот. То есть я верну какие-то данные и положу их вот сюда, items. Вот таким образом запущу. Что мы видим? Мы видим абсолютно ту же самую картину, то есть ничего не поменялось. Но здесь мы уже точно знаем, что это API, что он возвращает определенный объект. Это такое некое разделение форматов REST, да, то есть когда вы можете на один запрос вернуть несколько вариантов. И, собственно, вот эта вот концепция, код, который здесь используется в данном варианте, 200 при успехе, 200 при успехе, но есть варианты, когда не только 200 возвращается, например, bad request или там 401, и вот в этом варианте это уже будет более наглядно. Дальше. Что бы я сделал дальше? Смотрите, допустим, я могу возвращать, var random какой-нибудь, сделаем какую-нибудь перемену, которая будет генерироваться random.shard.next, до 2 я сделаю таким вот образом, чтобы или 0, или 1 выдавалось. И при условии, что... Давайте вот так сделаем. Сейчас, секунду. Вот так вот. Если у меня random равен... если рандом, допустим, больше нуля, тогда возвращать окей. Как будто данные пришли. Я просто эмулирую, чтобы было максимально понятно. А если нет, то выдавать bad request. Так тоже бывает, да? И давайте теперь запустим. У нас третий вариант открылся, я их специально не закрываю. Смотрите, у меня вот bad request, уже код 400 появился, код 200, код 400. Код 200. То есть я на данный момент понимаю, код 400, то есть bad request, мне, вот эта штука встроена в pipeline, так называемый, в конвейер обработки запросов ASP.NET Core, но мне на самом деле это ни о чем не говорит, как разработчик. Bad request и bad request. Что дальше? Давайте поехали дальше. Я бы хотел бы еще акцентировать внимание на том, что вот сейчас в конкретном методе get происходит и, так сказать, механика, да, и выдача результатов, вот здесь и вот здесь. То есть я бы вот это сделал таким образом. Я бы вот эту штуку всю вот так вот забрал, сделал бы, какой-нибудь app, application, допустим, services, как вариант, да. Пусть будет data, service, да. Enter. И здесь я, опять же, хочу... давайте я вот здесь метод создам public. Не буду использовать интерфейсы, просто создам public. Пусть пока будет void, мы еще пока не знаем, что он возвращает. Допустим, get data, такой вот вариант. Я сюда вставлю то, что я скопировал. Здесь мне для этого, то есть вынести из этого контроллера все данные по
все механизмы обработки данных. Я хочу, чтобы у меня контроллер только возвращал какие-то конкретные данные, ни больше, ни меньше. Здесь, соответственно, мне это больше не нужно. Давайте вот так пока оставим. Сюда мне нужно в конструктор закинуть как раз вот этот вот data service. Вот оно. Теперь его экземпляр нужно создать. То есть я использую dependency injection. Теперь, соответственно, раз у меня dependency injection, мне его нужно зарегистрировать. builder.services.addScoped.dataService. Вот оно, чтобы у меня выдавался он вот сюда. Ну и, в общем-то, и в целом мне теперь нужно делать var data равно dataService. DataService.getData. Вот, я здесь пока у меня ошибка, потому что я не знаю, что возвращается. И в данном варианте было бы неплохо здесь возвращать items, да, и вот таким вот образом. А если items не получены, то возвращать null. Ну, да, как вариант. Пока. Соответственно, вместо void я должен написать, ну, у меня void forecast, вот так вот. Массив передается, давайте его будем использовать. Ну, в данном варианте, если у меня null, то я могу здесь поставить null был, у меня передается, то есть вся система сейчас заработает. То есть здесь я могу уже написать, если data is not null, как вариант, то я могу сказать return ok data. В противном случае bad request. Ну, вот такой вот вариант. Давайте запустим, потыкаем. Тот самый request, окей, bad request, окей, bad request. По большому счету, с предыдущим вариантом ничего не изменилось. А у меня здесь уже появились некоторые красивости, которые позволяют мне выполнение разделить, как бы, выполнение запроса разделить на две части. Одну, так сказать, раздел сервисов, да, то есть на уровень выше поднять. Я теперь смогу эти сервисы использовать в другом месте, ну или не использовать. Ну, неважно. На самом деле я хочу вот про что рассказать. У меня здесь вот эта концепция маловероятно когда изменится, ну, по большому счету, да. Но мы ее, конечно, доведем до ума. Я хочу все-таки показать, как я делаю обычно. И я предлагаю вам заглянуть вот сюда и посмотреть. Вот сейчас у меня два варианта ответа, где коллекция вот этих предсказаний, да, прогнозов погоды возвращается при успешном генерации там больше нуля, или возвращается нул. Вот нул возвращать, это на самом деле очень-очень-очень-очень-очень плохо, потому что нул не говорит ни о чем, и это очень сложно следить, потому что это слишком универсальная ошибка. В общем, от этого я предлагаю вам отказаться. И что для этого сделать? Для этого мне нужно сделать следующее. Я хочу, чтобы у меня... Ну, смотрите, вообще есть такой стандарт, называется NRFS. Давайте я прямо его покажу. Так, где мой браузер? Собака. Так, давайте так напишу. NRFS 7807. Ну, я его просто помню. Вот, называется Problem Details HTTP API. То есть, если ваша API возвращает... Ну, это плохо. Нужно, чтобы вы возвращали и либо result, то, что запросил пользователь, либо информация о том, почему вы не можете вернуть этот самый result. И вот эта вот спецификация, на самом деле, вот она с марта 2016 года работает, она говорит о том, что нужно возвращать специальный объект, обертку, в котором нужно описание того, что это за была ошибка. На примере вот такая... А ваш кредит там не имеет детали, там нужно столько, а у вас столько, баланс столько, и это как посмотреть, и тип ошибки, в общем, вот такого типа объект нужно возвращать. Это спецификация, это стандарт международный, промышленный, если хотите, и я предлагаю его придерживаться, потому что, ну, как бы, если вы работаете на забугорных, так сказать, разработчиков, то в некоторых случаях вас это потребует. Как я это делаю? Я делаю очень просто. Когда-то очень давно я использовал сборку, опять же, вы можете сделать свой собственный какой-нибудь объект, который наполнять, но суть сводится к тому, что в каждом объекте, в каждом приложении нужно будет его создавать. Я использую... О, у нас тут есть обновление. Давайте обновимся. Отлично. В каждом проекте каждый раз писать этот объект нет смысла, тем более куча всяких разных. И один из них называется OneOf. Хорошая, полезная сборка, которая... Где она? Вот она. Которая позволяет в одном методе, в одном методе выдавать несколько типов вариаций ответов, да, то есть вы можете выдать и string, и exception, и конкретный объект. Ну, я вот посчитал, она, конечно, хорошая и очень удобная, и в ней много всего напичкано, что на самом деле очень сильно упрощает жизнь, но я придерживаюсь простоты. Вот простите меня за это, я покажу вам свою сборку, которую я в какой-то момент сделал, потому что понял, что мне проще это все-таки использовать. Сборка, которую я использовал до этого, называлась Calabonga Creation Result. Вот тут порядка 16 тысяч загрузок оказывается, ничего себе. Вот, и я, в ней есть некоторые нюансы, она такая сложная, и я пошел еще проще, пошел в сторону прощения, да, я сделал Calabonga Result, и вот сейчас покажу, как она работает. И не столько покажу, сколько ее, сколько хочу показать, что она дает. Вот смотрите, у меня сейчас здесь выдается либо null, либо объект, и для того, чтобы у меня вот этот вот метод усовершенствовать, я сделаю вот таким вот operation, и...
вот таким вот образом закрою этот operation, а хочу вот в такую штуку. Смотрите, сейчас у меня выдается operation, но вот в данном случае мне бы нужно было сказать operation.result и отдать эти самые items. А вот если у меня null, теоретически я могу это сделать, я могу сказать, что я не хочу возвращать null, я хочу возвращать какую-то строку, например, operation.error, например, я хочу вообще ничего не возвращать. Вот смотрите, сейчас у меня в данный момент работает operation, и в данном случае, если окей, ну вот здесь вот окей, то я выдаю result, то есть какой-то конкретный result, который запросил пользователь. Если у меня error, я выдаю error, и мне делать больше ничего не нужно. Давайте запустим, и я покажу, как это работает. А, ну да, мне теперь нужно здесь, смотрите, да, здесь у меня тоже поменяется. Во-первых, это у меня уже будет operation, oops, и я могу проверить здесь вот такой. Если окей, то вернуть operation, если нет, bad request. Мне кажется, это удобно. Смотрим дальше. Открываем, запускаем, тыкаем, окей, вот тот самый bad request, собственно говоря, ничего не поменялось, где вот он bad request, вот мы вернулись к тому, что есть, то есть она простая, то есть ее можно, если вам она не нужна, удалить, у вас ничего не изменится, если есть что-то такое, вы можете добавить, и она ничего не добавит, но при этом ваш код не изменится, ваш API на тот случай, если вы там поддерживаете какую-то версионность. Но я хочу пойти дальше, я хочу, чтобы у меня была какая-то информация о том, что здесь возвращается, ну, например, какая-то строка, да, что там, random, допустим, equals, пусть будет так, 0, да, мне когда 0, тогда вот. Ну, и для того, чтобы это заработало, мне нужно сюда написать еще один тип ответа, который я назову string. И, соответственно, вот здесь у меня опять ничего не сломается, но теоретически я могу сказать, что я здесь верну конкретный result от операции, и здесь могу вернуть error от операции. Я могу запустить, я могу тыкнуть, и смотрим, как было, так и осталось, ничего не изменилось. О, а здесь уже появился bad request, но есть конкретная информация, почему этот bad request у меня случился. А, и дальше, как говорится, больше. Давайте предположим, что у меня есть три варианта ответа. Я хочу, чтобы у меня вот эти айтемы, давайте я вот так сделаю. Так, по-русски, да? Да, давайте так сделаем. Return, ну, красиво делаем random. Здесь мы пишем switch, и здесь мы пишем вот так. То есть, если у меня, допустим, 0, ну что тоже может быть, я хочу вернуть вот этот вот result. Если у меня, допустим, 1, ну то есть реальный мне запрос есть, я хочу вернуть как раз вот этот вот result. Если у меня, допустим, 2, то я могу вернуть какой-нибудь operation result, нет, error, ну, допустим, new, допустим, аргумент null exception, ну вот такой, я могу это сделать, и допустим, мне еще, если какой-нибудь там больше, или цифры, которые я не обрабатываю, ну допустим, пусть будет throw new, аргумент null exception, ну да, давайте поговорим просто, чтобы они не совпадали, invalid, invalid operation, так вот, да, скажу, по-моему, вот, так. Вот, у меня появилась ошибка, которая говорит, что мы не можем вернуть тип результата. Можем, я могу сказать, что я хочу вернуть invalid operation, да, так. Написал invalid operation, сказал, ну и написал. Вот, смотрите, у меня все заработало. Я теперь вот в этом не нуждаюсь. Получается, что я могу сюда добавлять до 1, 2, 3, до 3 разных вариантов ошибок. Первое, t, это как раз то, что будет результатом, а t1, t2, t3 это ошибки, которые могут, типы ошибок, которые могут возвращаться. Мне кажется, это очень просто, в том смысле, что вот в этом месте вообще ничего не поменялось. То есть я могу добавлять типы ошибок. Ну, в данном случае, если result и окей, возвращается, если error, то все остальное. Давайте запустим и потыкаем, мы увидим как раз результаты того, как это работает. Еще раз. Try и execute, это, видимо, 2, смотрите, 0, 0. Вот, у нас exception operation были, то есть, видимо, троечка пришла, ну и так далее. То есть, один API возвращает разные типы, при этом он работает по образу и подобию того самого REST протокола, когда у него есть OK, bad request, 401, то есть, это эти ошибки уровня протокола, то есть, REST-а. То есть, вы, получается, что не путаете между собой ошибки протокола и ошибки вашей бизнес-логики. В данном случае, response 400 выдается, потому что у вас где-то в логике была ошибка, и это как раз говорит о том, что те сборки, которые там, те, как они, ассембли, как они, пакеты, да, или те
JSON-объект, React-пакеты, которые настроены на работу с Web-API таким образом, то есть по стандарту. Им не нужно ничего выдумывать. Есть стандарт, есть ошибка 401, там 400, 500, 0, соврал, да? 200, 201. Это можно работать из коробки. Я к тому, что если вы приближены к стандартам, то вам ничего не нужно велосипедировать, если так можно выразиться. Вот я про что пытаюсь сказать. Ну и вот эта вот концепция будет работать в принципе в любом месте. Вы просто делаете operation, а возвращаете raw result или по-моему, что хотите. Вот, такое коротенькое видео я сделал, просто в ответ на то, как правильно организовать. Я это организовываю, по-моему, это правильно, я это организовываю так. Итак, еще раз, у меня в дата-сервисе, который может быть там репозиторий, еще что угодно, есть своя обработка, которая возвращает определенный результат. Вернее, результат, если окей, error, error. И это все может быть использовано в любом другом месте, в как это называется, в контроллере, в Riser Page. Но суть сводится к тому, что в данном варианте вот здесь вот используется стандарт, как раз, ну, который в себе как бы имеет реализацию этого REST, где у вас есть где, какой-то тип, какой-то стандартный ответ, да, и есть варианты там, собственно говоря, что мне нужно сделать. Мне нужно здесь, если уж совсем приближаться к этому самому стандарту, то здесь нужно написать produce, и, в общем, здесь вот, допустим, response, да, response у меня может быть 400, ой, стоп, здесь у нас будет type of, допустим, invalid operation, ёшкин код exception, return код, status, вернее, код, так вот, ну, так, это у меня invalid operation, здесь у нас будет где-то 400, вот, просто 400 bad request. Так, ну тут нужно либо код указать, либо ошибку указать. Ну, то есть вот такой вариант, да. И я могу здесь также сказать, что у меня здесь может быть... так, что я здесь возвращаю? Items. О, abandonment. Ничего себе. Да, аргумент null exception или prompt аргумент. Не важно, тут можно все что угодно. Итак, у меня здесь может быть string, например. Я могу написать string, это тоже может быть bad request. Ну и, собственно, теоретически я могу написать здесь weather forecast. В общем, я уже углубляюсь в подробности. И это у меня статус 200, если прям совсем, то есть я предлагаю все-таки отделять вот эту спецификацию непосредственно, которая REST, да, вот у нее такая задача просто показать ошибками, вот появились эти описания, собственно, которые говорят о том, что произошло, почему не получилось отдать вашу запрошенную информацию, данные, которые вы хотели получить. В общем и в целом, на сегодня все, видео получилось что-то длинным, хотел покороче, вам всего доброго, пишите правильный код.